Ребят, важная информация. Из-за багов на ютубе ролики моим подписчикам не высвечиваются в ленте. Поэтому, если у тебя не стоит колокольчик, прямо сейчас поставь его. Вот. Что и требовалось доказать. У тебя читы, только что включил X-Ray. А говорю, нету у меня читов, нету. А это новый плагин такой. Ну, бывает. Всем хулиганам здравствуйте, с вами я, Домер, и это новый выпуск по проверке игроков на читы. У меня есть для вас хорошая новость. На сервер стало намного меньше читеров, и все это благодаря вашей активности на сервере. Дай бог вам здоровья тем, кто играет. И прямо сейчас я хочу проверить вас на внимательность. Сейчас на экране появится картинка, на которой будут изображены либо цифры, либо вообще какие-то символы непонятные. И если вы тут вообще что-то видите на данной картинке, то поставьте лайк и напишите в комментариях, что именно. Еще вам важно знать, что ролик получился мега интересным и в какой-то мере даже забавным, поэтому советую смотреть от начала и до конца, ибо я в нем кое-что для вас спрятал интересное. И также не забывайте про то, что на моем сервере будет сходка, IP в описании, а мы с вами идем ловить читеров. Я только что нашел читера, который бьет всех и вообще все, что движется вокруг него. Вы просто посмотрите, он бегает с киллаурой. Вот смотрите, я вот сейчас выхожу, допустим, с Ваниша, да, и он сейчас меня тоже начнет бить, смотрите-ка. Опа, опа, здравствуй, здравствуй, здравствуй. А что это у тебя работает киллаура и на меня, и на эту девушку? Самый беспалевный читер на моем сервере, знакомьтесь, Владмикс. Парень, раз ты уже улетаешь в бан, ты хоть бы выключил киллауру, что ж ты так палишься-то, а? Мы сейчас берем, телепортируемся на его set home и телепортируем его к себе. Все, он находится уже как раз-таки у себя дома. Знаете, когда я тэпахну его на хом, он сразу такой, опа, с киллаурой был, а сейчас он ее выключил, и у него нет антикнокбэка. Поэтому прямо сейчас я при нем начну ломать его дом, ибо он летит сейчас в бан на 30 дней. Вы не представляете, сколько он бегал, я следил за ним минут 10, просто наблюдал, и парень, Владмикс, ну извиняй, ты у нас играешь щитами, так что прости. Будешь знать, как играть щитами, смотрите просто, сколько у него тут вещей, ё-моё. Давайте сейчас даже впустим вот этого вот игрока, Лолкек, залетай, братишка, подбирай вещи. Интересно, кстати, включит ли он как раз киллауру, чтобы убить этого мазика, потому что без каких-либо проблем он его убьет. Да, смотрите, смотрите, он бьет и друга, и как раз этого алмазника, вот это балдеж, друзья, смотрите. Просто читер против алмазника. Так, давайте дальше, ломать дом, не будем особо-таки медлить, все у нас получается по красоте. У него... просто очень много ресурсов у этого читера. Кстати, давайте по нашей традиции проведем социальный опрос. Если ты не читер, то подпишись на мой канал. Если ты играешь щитами, то напиши в комментариях, реально, почему ты играешь щитами. А вот этот вот Владмикс включил себе киллауру и спокойно балуется на сервере. У меня, кстати, есть подозрение, что этот Лолкек тоже читер, ибо он поначалу вообще как-то вот так вот над водой летал. Хотя, возможно, мне просто показалось, кто его знает. Но мы сейчас с вами берем, ломаем это. И, в принципе, от его дома ничего не осталось. Но у него здесь, оказывается, еще есть второй этаж. На втором этаже у него что-то интересное. Я так понимаю, это какая-то ловушка. Я думаю, она тебе больше не нужна. СПХеры 0.3. Смотрите, как все по красоте у нас получается. Просто балдеж. Он все-таки удосужился выключить читы. Спасибо тебе и на этом. И сейчас, смотрите, мы как сделаем. Мы сейчас просто сносим его дом полностью. От его дома вообще практически ничего не осталось. Ух ты! А здесь, оказывается, еще такой небольшой сундучок. Все, дома его больше нет. И Владмикс, ты улетаешь в бан как самый беспалевный читер. Это бан Владмикс, 14 дней, 2.2.4-S. Все, минус один читер на моем сервере, можете меня с ним поздравить в комментариях, а мы идем дальше. Смотрите, друзья, и наблюдайте. Опа, а кто-то у нас не откидывается, интересно же кто, это, наверное, мама-дама. А как же ж так? Как же так? Я думал, ты упадешь все-таки в ловушку и даже из нее вылетишь, а оказывается, у кого-то антикнокбэк. Интересно, даже у кого? Наверное, у меня, правильно? А я-то думаю, я же бью палочкой на дачу 1000 и вообще с ума поехал, да? Она, наверное, просто не работает и вообще просрочилась, скорее всего. Давайте сейчас проверим на киллауру. Киллауру этого человека нет, но, мама-дама, что ж ты от меня убегаешь стоять? Ну, ты не бойся, это всего лишь бан на 14 дней. И знаете, что я заметил? Опа! Кто-то выключил нас антикнокбэк. И знакомьтесь, это мама-мама-дама. Необычная ситуация у нас. И сейчас мы идем к нему домой. И это будет программа Ревизор. Сейчас я нахожусь у данного игрока дома. И он пишет, да-да, сорян, Домер, я понимаю. Все-таки ты спалился с щитами, но спасибо за то, что хотя бы ты их выключил. И раз это программа Ревизора, друг мой, у вас здесь пыльно, поэтому...
Я убираю всю вашу пыль. Я сегодня буду вашим уборщиком, так сказать. Все по красоте получается. Я думаю, это вам больше не надо. А этому чуваку вообще все равно, что я умою дом вот этого мама-дама. В общем, с кем не бывает, смотрите просто, что у них за дом. У них тут в доме есть вообще абсолютно все. И сверху вода. И тут еще вода. Тут еще какой-то сундук. Тут еще какая-то дверь. Вообще непонятно, что у них здесь. Есть SP-Hero-05. Все, минус одна часть дома. И давайте у него узнаем, почему же он играет с щитами. Он пишет, меня бесили читер. Ну, с кем не бывает, с кем не бывает. Сейчас мы с вами возьмем и доломаем его дом полностью. SP-Hero-03. Все просто по красоте. Практически всю пыль здесь убрал. Так что ревизор не рекомендует играть вам с читами. А мы еще с вами практически здесь все снесли. Тут остался спавнер. Я дома ничего не осталось. Поэтому, мама-дама, все, прощай. Минус еще один читер на моем сервере, друзья. Мама-дама, прощай. Друзья, я тут нашел двух интересных чуваков. И прямо сейчас в правом верхнем углу проголосуйте, как вы думаете, есть ли у этих чуваков читы, либо же нет. И смотрите-ка внимательно, у меня палочка, напоминаю, на дачу 1000, я сейчас просто одного из них хочу ударить, да, вот палочка, вот я, прошу заметить, бью двоих, вот по очереди, никто из них не откидывается, но давайте узнаем, что будет, если появится третий лишний, то есть я. Я появляюсь, и опа, интересно, почему же Киваура у них срабатывает на меня? Как-то странно даже получается. Они не могут бить друг друга, потому что их киваура бьет меня. Вот это классно на самом деле. У них причем на моем сервере донат, у одного ифрит, а у другого вообще спонсор. Вы просто в это вдумайтесь. Знаете, что самое забавное, что никто из них так и не выключил читы. Вот я прямо сейчас перед ними летаю, да, они меня видят, но никто так и не удосужился выключить читы. Поэтому приступим к наказаниям, друзья. Ох, пацаны, конечно, вы попали. Первый у нас на очереди ифрит. И самое время продолжить нашу программу «Ревизор». И убирать пыль. Все. Все по красоте здесь происходит. У него очень-таки много вещей. Смотрите-ка. И здесь. И здесь. Я, кстати, заметил, у него есть какой-то здесь подвал. Ё-моё. Он пишет «Стою!» А что это? Ты меня прессуешь или что это? Я не пойму. Не мешай мне, пожалуйста, ломать сундуки. Все хорошо у нас получается. Ё-моё. Посмотрите. У него тут, я так понимаю, и алмазка. Кит-спонсорки. Ядрёный батон. Вот это да, дожились. Да, донатеры играют с щитами. Сейчас мы делаем SP-Hero 05. Все, здесь нету этой части. Ага, оказывается, у него здесь еще есть тайная комната, в которой также лежат вещи. Необычная ситуация, необычная ситуация. Сейчас давайте мы еще с вами сверху здесь все сломаем, и от дома не останется ничего. Он меня спрашивает, за что? Ну да, это очень риторический вопрос. Он выключил читы, я, кстати, думал, что он не выключил читы, но спасибо и на это. Так что мы его сейчас отправляем в бан за читы, 14 дней, 2.2, читы-с, и идем к следующему донатеру. Здравствуйте, Зевукс, к вам теперь тоже пришел проверить. Вы думали, вас не заметят, но мы вас заметили, поэтому полетели. Просто сейчас от дома, походу, ничего не останется. Я сейчас полетал, и просто посмотрите, какой у него здоровый дом. Это просто капец. Ох, парень, как же мне тебя жалко, на самом деле. Посмотрите, что у него здесь вообще в доме имеется. Здесь у него шмота просто немерено. Этим шмотом можно было бы обеспечить полностью вообще весь сервер. Просто вот реально. Кстати, друзья, если вы досмотрели до этого момента, то напишите слово «книга». Это такой тест, он пишет, что меня забанит. Ух ты, вот это, кстати, уже идут угрозы. Очень серьезно, очень серьезно. Читер забанит создателя сервер. С одной стороны, это смешно, но с другой стороны, у меня уже были подобные ситуации, что реально меня чуваки с донатом просто банили на моем же сервере. Он пишет, что у него друг админ. Ну да. Ну да, сначала играет с щитами, а сейчас такой: чувак, у меня друг админ. Он, кстати, так и не выключил антикнокбэк. Все понятно с ним. Сейчас мы берем с вами кирку SP Area 5. И просто сейчас, знаете, как сделаем? Вот так вот все по красоте полностью его дом снесем. Мы сейчас все это ломаем. Он меня спрашивает, зачем? Хороший вопрос. У меня к нему тогда встречный вопрос. А зачем же ты играешь с щитами? Поэтому давайте его сейчас сразу отправим в бан. Бан. Зевукс. 2.2 читы навсегда. Раз он мне угрожает, что он меня забанит. Я думаю, я правильно поступил. А сейчас, как мы сделаем SP-Hero 0.10. И от его дома ничего не осталось, друзья. Просто, на самом деле, балдежно. Не забывайте ставить колокольчик, потому что это обязательно. И оказывается, у него тут еще есть шмот. Ничего себе. Необычная ситуация. В принципе, от его дома ничего не осталось. Ревизор окончил свою проверку на читы. Едем дальше. У нас тут поступила очень интересная жалоба, АКБ и крутит головой. Я предлагаю прямо сейчас ее рассмотреть. Здравствуйте, молодой человек. У него, кстати, легенда на моем сервере. Давайте его проверим как раз-таки на АКБ. Опа, а я не понял, почему это вы не откидываетесь? Ага, кстати, очень подозрительно. Возможно, он залагал, а возможно, у него есть читы. Поэтому я предлагаю прямо сейчас его вызвать на проверку читов. Алло, здравствуйте, вы попали на проверку читов. Меня зовут Сережа. Пожалуйста, включите демонстрацию экрана. Да, сейчас. Видно? Да. У меня к тебе такой вопрос. Ты прямо сейчас играешь с читами? Нет. Точно? Точно. Хорошо, давай тогда тебя проверять. Нажимай сейчас F3. Нажал.
Чувак играет без щитов. Matix 1.12.2. Я не понимаю, зачем он пытается меня надурачить. Я у него спросил, ты играешь без щитов? Он такой, да. Я не читер, боже упаси. А давайте узнаем как раз таки у него, что это за матикс-то сверху, а? Подскажи мне, пожалуйста, что у тебя за матикс сверху? А это плагин. То есть это не читы? Да, это плагин, вот видите, сердечко голубые. Хорошо, тогда нажмите U-Escape, настройки нажимайте, пакеты ресурсов. У вас нету X-Ray, в ресурс-паках нету? Да нету. Хорошо, тогда открывайте папку с пакетами ресурсов. Короче, этот парень уже спалился с тем, что у него как раз и имеется матикс, но я хочу его вывести прямо на чистую воду, чтобы он сам себя спалил. А сейчас пускай думает, что все идет по его плану. Так что, друзья, с вас лайк и подписка просто не глядя. И помогите, пожалуйста, добить 900 тысяч подписчиков, ибо осталось реально чуть-чуть. Не забывайте про колокольчик. Нажимай .Minecraft. И заходи в папочку Version. А вот, смотри, опять этот матч. Ну, плагины. Ты же сказал, это плагин, а что он тебе делает в папочке Version? Его сюда добавляют, все плагины так качаются. То есть, чтобы добавить плагин на Minecraft, нужно закинуть в папочку Versions, правильно? Правильно. Впервые слышу, чтобы плагины закидывали вообще в .Minecraft, их обычно закидывают на сервер. Этот парень меня вообще удивляет на самом деле. Но сейчас, друзья, момент истины. Хорошо, тогда возвращайся в Майнкрафт. Так, нажимай готово, да. Нажимай готово. Я все-таки переспрошу, ты сейчас играешь без щитов, верно я тебя понимаю? Верно. Открой сейчас экранную клавиатуру. Да, как? Так, давай продолжим проверку. Прямо сейчас нажимай X. Нажал. Ты не нажал X, просто нажми X. Ну, нажал. Нажми X, зачем ты меня обманываешь? Mm-hmm. Что и требовалось доказать, у тебя читы, только что включил X-Ray. А говорю, нету у меня читов, нету. А это новый плагин такой. Ну, бывает. Парень, скажи мне, пожалуйста, зачем ты меня обманываешь? Ты и так уже спалился, что ты играешь с читами. Вот прямо сейчас нажми реально, правый shift, бегом, нажимай. Вот, что и требовалось доказать. Вот смотри, X-Ray, Килаура. Ну, ты же играешь с читами, скажи мне, пожалуйста, зачем ты меня обманывал? Я думал, ты просто не заметишь. Угу. Ну, понятно, пытался меня надурачить. Смотри, есть такой вариант, ты сейчас удаляешь щиты и улетаешь в бан не на 15 дней, а на 3 дня. Я знаешь, я все равно хотел эти серверы, так что бань как хочешь. Хорошо, без проблем. Пока. Удачи. Мы с вами, друзья, наказали еще одного читера, так что не забывайте про колокольчик и помогите добить 900 тысяч подписчиков, пожалуйста. Так, мы сейчас с вами его баним, и он улетает в бан. Я сейчас как раз-таки снесу ему дом. И знаете, в чем весь прикол? То, что сейчас, друзья, 2 часа ночи. И этот ролик я начал записывать в 15.00. Вы просто вдумайтесь, сколько я потратил на данную проверку, и много моментов вообще не вошло в данный выпуск. Так что, друзья, я надеюсь на вашу поддержку. Не забывайте про свой лайк. Если этот ролик реально наберет очень много лайков, то обязательно выйдет следующий выпуск по проверке игроков на читы. А с вами был Домиог. Не забывайте про сотку на моем сервере, IP будет в описании. И реально обязательно подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, ибо скоро вас ждет реально особенный ролик. И всем покедова, пока!